окрестностях есть враги. Назад, тебя заметили. Появился один с пистолетами-пулеметами. Дрон в полете. Хью, поиск картеля. Рядом с развалинами. Ясно. Выдвигаюсь. Есть еще одна цель. Мне нужен хороший обзор. Ясно. Цель выбрана. Цель отмечена. Ему крышка. Вижу Карлоса. Это он. Не может быть. Моя 12-летняя дочь его в бараний рог свернет. Что дальше? Берем его сейчас или пусть приведет нас к брату? Тихо. Пошли. Ты меня не тронешь. Чисто. Дрон в воздухе. Esa vieja es peligrosa. Все нормально. Эй, здесь боец картеля. Вон там, у развалин. Есть еще одна цель. Вижу Карлоса. Это он. Не может быть. Моя 12-летняя дочь его в бараний рог свернет. Что дальше? Берем его сейчас или пусть приведет нас к брату? Понеслась. Ну что, все чисто. Thank you.
Ясно. Сейчас выйду на позицию. Вижу вторую цель. Цель получена. В воротах снайпер. Нужна позиция получше. Это пятый. У меня есть цель. Враг убит. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Мы их раздразнили. Лейтенант убегает. С тобой все будет в порядке, слышишь? Я уже иду. Сука, мать твою! Где вы шлялись? Проблема, папа. Сильная бронка. No disparen. Ya fue. Ya fue. Так, он готов. Me doy, bro. Me rindo, pues. Я слышал хороший обвёз. Не проблема, тупо. Сильная бронка. Мы попросили Пака прислать транспорт. Совсем рядом. Держитесь, я поведу. Один с пистолетами и пулеметами. Назад, пока тебя не нашли. Вижу Карлоса.
Это он. Не может быть. Моя 12-летняя дочь его в бараний рог свернет. Что дальше? Берем его сейчас или пусть приведет нас к брату? У меня мотоцикл. Вперед, я за вами. Дрон в полете. Занимаю позицию. Дайте мне найти хорошую позицию. Цель выбрана. Жду указаний. Ясно. Цель выбрана. А вот и третий. Здесь цель номер 5. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Ура, готов. Появился один с пистолетами и пулеметами. Все хорошо. Тут боец картеля. Рядом со входом в лагерь. Ясно. Сейчас выйду. Нужна позиция получше. У меня есть цель. Ясно. Цель получена. Нет цели, повторяю, нет цели. Цель отмечена. Цель исчезла. Цель получена. Огневой контакт. Порядок, все хорошо.
Их лейтенант пытается бежать. Веду огонь по мудакам. Снайпер в укрытии. Ты не в форме, прячься. Приготовиться. Огонь. Принято. Китата Кьету. Я сдаюсь! Не бейте меня! По-моему, это все. Что такое? Ты, блядь, кто еще? Где Рид? Кто? Понятия не имею, кто... Мать твою! Сдаюсь! Не бейте меня! Займемся делом. Где Рид? Кто? Понятия не имею, кто это. Давай не свисти, Эрнандо. Или ты сдаешь мне Рида, или я сделаю так, что мечтатель узнает про вашу сеть торговли людьми. Я не знаю, где Рид. Этот мудак никогда не показывается, пока груз не готов. Или если что-то случается. Кажется, сейчас как раз тот самый случай. Разве нет? Есть код, ясно? Введи его в ноутбук на аэродроме. Когда Рид получит сигнал, сразу прилетит, и все. Давай код. И говори, где этот аэродром. Боуман, мы взяли братьев Геррера. Были проблемы? А ты как думаешь? И что вы узнали? Код вызова Рида на ближайший аэродром. Он прилетит, а мы будем его поджидать. Великолепно. За ним скорее. Мы знаем, где Рид, и знаем код, необходимый, чтобы его вымыть. Мы просили повстанцев прислать транспорт. Игру. Я поведу. Готов, поехали. Приближаемся к аэропорту. Вижу крупные силы противника. Сейчас пошумим. Черт, у нас гости. Вижу цель. Смотреть по сторонам. Есть еще одна цель. Цель номер 3. Вижу цель. Еще один. Это 5-й. Вижу цель. Я иду на позицию. Цель. Мне надо сменить что позицию. Указали? Ясно. Цель выбрана. Открываю огонь по этим гадам.
здесь один боевик. Вон там, рядом с ящиком, с медикаментами. В зоне гражданские. Целься внимательно. Дрон в воздухе. Занимаю позицию. Дайте найти хорошую позицию. У меня есть цель. Ясно? Цель получена. Вступаю в бой. Чисто. Ввожу коды. Для приземления Рид должен получить сигнал. Он вот-вот появится. Готовьте засаду. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Цель на подлете. Приготовиться. Сюда летит вертолет. Эскорт уничтожен. Вертушки больше нет. Цель уничтожена. Сообщим Боумен. Боумен, Бостон Рид уже вне игры. Отлично. Как-то мы упустили из виду торговлю людьми. Это же не вчера началось. Конечно, без кровавых лап Санта-Бланки здесь не обошлось. Чувствую себя дурой. Мы остановили Бостона Рида и освободили людей. Неплохой день. Лучше, чем остальные. Конец связи. Как его зовут? Никак не зовут, он же кукла. Только у живых людей есть имена. Да, наверное, это так. Нидия, королева. Да, мой король. Знаешь, что значит «люблю тебя больше жизни»? Да, конечно. Я люблю тебя, королева, но не больше жизни. Стоп. Ты еще тут, я сейчас буду.
Спасибо. Цель уничтожена. Заметила еще одну цель. Я иду на позицию. Мне надо сменить позицию. Нужна позиция получше. Цель выбрана. Жду указаний. Цель получена. Все готово. Жду указаний. Отлично поработали в клане. Ликвидация Рида привела к развалу сети, а обрушение тоннеля почти втрое сократило отгрузку наркоты за пределы провинции. А наземные перевозки? Информация, полученная вами на автобазе, позволила нам отследить весь процесс. Когда будем уверены, что у нас есть все данные, сообщим полиции в приграничных районах и устроим облавы. Тогда картели не поздоровятся. Местным тоже. Санта-Бланка дохрена народу обеспечивает работой за рулем. Это не в моей компетенции. Хочешь трудоустроить людей, обратись в корпус мира. Я подумаю над этим. Конец связи.